Thank you.
Эта песня написана в очень рядом с Атакуром. Паху означает Господь, а Дуйджана – два. Лочка нас такую убеждает, что два Господа не дай его чанда, Господь не дай, Господь читай, но очень милостливый. Парма Харуна. Саба Аватара Сара Широмани. Аватара означает воплощение, а Саба – все. Они олицетворяют собой сущность всех воплощений. Особенностью же этих двух воплощений является то, что предложенный ими метод самосознания приносит одну лишь радость – Кевала Ананда Канда. Ибо они призвали просто петь и танцевать. Есть много других воплощений, таких, например, как Господь Рама или Кришна, поведавший Бхагавад-гиту, изучение которой требует знания и глубокого проникновения в суть вопроса. Но Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда предложили метод, практика которого приносит только радость. Нужно просто петь и танцевать. Поэтому Лочина Дас обращается ко всем. Баджа, баджа, бхай, Чайтанья Нитай. Дорогой брат, прошу тебя, просто поклоняйся Господу Чайтанье Нитьянанде с твердой верой. Не думайте, что не достигнете желанной цели, если будете просто петь и танцевать. Вы обязательно достигнете ее. Господь Чайтанья Махапрабху заверяет, что с помощью этого метода можно достичь полного совершенства. Поэтому нужно петь с твердой верой в сердце, вишваса крови. Так в чем заключается этот метод? Вишая чая сераси маджия. Тот, кто хочет с помощью этого метода обрести сознание Кришны, не должен предаваться чувственным наслаждениям. Это единственное ограничение. Если человек перестанет удовлетворять свои чувства, он непременно достигнет цели. Мукхи, голова, гори, гори. Нужно оставить стремление удовлетворять свои чувства и просто петь «Аре, Кришна! Аре, Аре!» «Декха орибай трибуваденай». Лоча Натастакур говорит, дорогой брат, просто попробуй и испытай этот метод на себе. Во всех трех мирах Митрама, Господу Чайтанье и Господу Нитьянанде. Ибо они настолько милосердны, что не только люди, но даже птицы и звери плачут, когда видят их. Когда Господь Чайтанье шел по лесу Джхариканда, все животные, тигры, слоны, змеи, олени пели вместе с ним манту Гари Кришна. Это пение прекрасно. И принять в нем участие могут все, даже животные, не говоря уже о людях. Конечно, обыкновенный человек не сможет заставить петь животных, но мы, по крайней мере, можем пытаться вдохновить на пение Маха-мантры, манты Хари Кришна людей, раз читали Махамадху вдохновлял на это даже зверей. Это пение так чудесно, что способно растопить даже самое каменное сердце. Пашана означает камень. Оно так прекрасно, что растопит даже камень. Но Лочин Дастакур с болью в сердце говорит, что он попался на ловушку удовлетворения чувств. Он обращается к себе с такими словами. «Дорогой мой ум, ты попался в ловушку удовлетворения чувств, и тебя не привлекает пение мантры Хари Кришна. О чем еще можно говорить, если тебя не привлекают лотосные стопы Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды? Единственное, что мне остается, это просто крушаться о своем невезении. Ямараджа, повелитель смерти, наказывает меня, не позволяя мне присоединиться к этому движению». Okay, we'll sing another song. Bhajya Hari Mana by Lochan Das. Yasomati nandana prajaparanakara Gokularanjana kahana Sumati nandana prajaparanakara. They don't found, they didn't found. Преданные нашли, какая страница? Не то нашли. Махарадж, one second, they found, because it's... 74-я. Let's check one more time. Yes, we found it. 74-я страница преданная. Да, Шрина Макиртана. Яшо мати нандана браджа барана гара Гакула Ранджана Кана. Яшо мати нандана браджа барана гара Гакула Ранджана Кана. Okay.
Paranadana Madana Manohara. Gopi Paranadana Madana Manohara. Kaliyadamana Vidhana. Kaliyadamana Vidhana. Amala Harina Mamiya Vilasa. Amala Harina Mamiya Vilasa. Nagarapuram Divina Purandara Navina Nagarapuram Bam Shri Badana Suvasa. Braja jana palana asura kulana shana. Braja jana palana asura kulana shana. Amala Harina Mamiya Vilasa.
Tita Taskara. Господь Кришна, прозванный Каной, любимый сын Яшоды, Он трансцендентный возлюбленный, живущего в Радже, у слада обителей Гакулы и свет жизни Гопи. Он сводит с ума самого Купидона, и Он наказывает змея Калию. Эти чистые святые имена Господа Хари исполнены сладчайшего нектара Его игр. Кришна – властитель 12 лесов Раджа. Он вечно юн, и Ему нет равных среди возлюбленных. Он одевается с необыкновенным вкусом и всегда играет на своей флейте. Кришна – защитник обители Враджа и сокрушитель демонических династий. Он пасет коров Нанды Махараджи и дарует наслаждение земле, коровам и духовным чувствам. Он – супруг богини процветания. Он – воришка масла и прелестный пастушок, сын Нанды Махараджа. Кришна бродит по берегам Ямуны. Он украл одежды у юных девушек Враджа, когда те купались в реке. Он упивается сладостью танца раса. Он – лучший танцор Вриндаваны, и он очень милостлив. Он возлюбленный Шримати Радхарани, отвечающий ей такой же нежной любовью. Нет у Бхактивинода Такура иной отрады, и нет иного прибежища, кроме него. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Итак, мы продолжаем сегодня читать 15 главу «Йога Верховной Личности», текст номер 6. Натадбахая сете сурьо, наша шанка на павака, Ядат катани вартате, таддама парамам мама, натадвасаяте сурьо, наша шанка на павака, ячадатани вартате. Натадбасаяте сурьо, наша
Asha Shanko Napavaka Yad Gatvana Nivartante Tadana Paramam Mama Natadvasayate Suryo Nashashanto Napavaka Yad Gatvana Nivartante Tadamam Paramam Mama Natadvasayate Suryo Natadvasayate Suryo Нашашанко напавака Ядадгатва нивартанте Тадхама парамам мама Натадвасаяте сурьо Натадвасаяте сурьо Нашашанко напавака Нашашанко напавака Яд гатвана нивартанте Тама парамам мама Тадама парамам мама Натад басаяте сурьо Натад басаяте сурьо Нашашанко напавака Нашашанко напавака Яд гатвана нивартанте Тадама парамам мама Матаджи. Натадвасаяте сурьо. Натадвасаяте сурьо. Нашашанко напавака. Нашашанко напавака. Ядгатвана нивартанте. Ядгатвана нивартанте. Тадхама парамам мама. Тадхана парамам мама. А, хорошо. Туда пословный перевод, Махарадж. So I will read word by word. На. Не. Не. Тат. Тат. Ту. Басаяте. Басаяте. Освещает. Освещает. Сурьях. Сурьях. Солнце. Солнце. На. На. Не. Не. Шашанках. Шашанках. Луна. Луна. На. На. Не. Павака, Павака, огонь, электричество. Яд, в которую. Гатва, придя. На, не. Не. Нивартанте, Нивартанте, возвращаются. Тадхама, та обитель. Парамам, высшая. Мама, моя. Перевод и комментарий Его Божественной милости Абхая Чарановинды с вами Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. Перевод стиха. Это моя высшая обитель, не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электрическим светом. Те, кто достигает ее, уже не возвращаются в материальный мир. Комментарий. Здесь описан духовный мир, обитель Верховной Личности Бога Кришны, которую называют Кришналокой или Галокой Вриндаваной. В духовном мире не нужно ни солнца, ни луны, ни электричества, ибо все планеты там сами излучают свет. В этой вселенной есть только одна такая планета – Солнце, а в духовном небе все планеты излучают сияние. Сиянием этих планет, Вайкунтх, залито все духовное небо, и это сияние называется Брахма-джьоти. Изначальным источником этого сияния является планета Кришны, Галока Вриндавана. Часть Брахма-джьоти покрыта Махаттатовой, она образует материальный мир. Однако большую часть духовного неба занимают духовные планеты – Вайкунхи, главной среди которых является Галока Вриндавана. Пока живое существо пребывает во тьме материального мира, оно будет оставаться в обусловленном состоянии. Однако стоит ему порвать со связи с иллюзорным деревом материальной жизни, которое является искаженным отражением духовной реальности, как оно достигает духовного неба и обретет свободу. После этого оно уже не вернется в материальный мир. В обусловленном состоянии живое существо считается властелином материального мира, но обретя освобождение, оно вступает в пределы духовного царства и получает возможность общаться с Верховной Личностью Бога.
Там оно наслаждается вечным блаженством, вечной жизнью и совершенным знанием. Эти сведения должны возбудить в нас желание попасть в вечную обитель Господа, вырвавшись из ловушки этого ложного мира, являющегося лишь отражением реальности. Тому, кто слишком привязан к реальному миру, очень трудно разорвать эти узы. Однако, встав на путь сознания Кришны, человек может постепенно сделать это. Для этого необходимо общаться с преданными, теми, кто обладает сознанием Кришны. Нужно найти общество сознающих Кришну людей и научиться у них тому, как можно служить Богу. Только тогда можно освободиться от привязанности к материальному миру. Чтобы избавиться от тяготения к материи, мало облачиться в шафрановые одежды. Необходимо прежде всего привязаться к преданному служению Господу. Поэтому нужно со всей серьезностью отнестись к тому факту, что путь преданного служения, которому посвящена 12 глава Бхагавад-гиты, единственный способ выбраться из этого иллюзорного мира отражения реального дерева. В 14 главе рассказывалось об оскверняющем влиянии материальной природы на различные виды и формы деятельности, и только про преданное служение говорилось, что оно полностью духовно. Особое значение имеют употребленные здесь слова «парамам-мама». Каждый уголок творения принадлежит Верховному Господу, но духовный мир называется «парамам», то есть исполненным шести совершенств. В Катха-упанишад 2.2.15 также сказано, что в духовном мире нет, не нужен ни солнечный свет, ни лунный, ни звездный свет, Нататра, Сурьё, Бхаттина, Чандра, Таракам, ибо все в этом мире озарено светом внутренней энергии Верховного Господа. Достичь этой вечной обители можно, только предавшись Господу, и никак иначе. Причитанья манобиштам, стапитам ена бутале, сваям рупам кадамаям, дати свам падантикам. Вандеам Шри Гуру Шри Юта Пада Камалам, Шри Гурун Вайшнавам Шча, Шри Рупам Саграджатам, Сагана Гавинатам Витам Там Садживам. Sādvaitam savadūtam parijana kriktam krishna chaitanya devam Shri Radha Krishna padam sahagana lalita shri vikrakhanditam shcha Hey Krishna karuna sindhu jina bandhu jagatpate Gopesha gopika kanta Radha kanta namastate Таптаканчитам Гоуранге Раде Вриндаванешвари Пришаману Сатвейри Пранамами Парибхие Панчакалпата Рубьяшча Крипа Сингу Яевача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare We've been hearing in this 15th chapter, how we are conditioned souls entangled in the illusory tree of the material world. Мы слышали в этой главе о том, как обусловленная душа запутана в ветвях этого дерева, которое перевернуто кверх ногами, отражение его. This material world was compared to the reflection of a real tree. И этот материальный мир сравнивается с отражением дерева настоящего. Таким образом, его ветви, они как бы идут в землю, а его корни, напротив, идут вверх. Это отражение дерева. Также и мы находимся в этом материальном мире,
который по сути является отражением мира реального, мира духовного. And we heard that to enter into the real world, we have to cut ourselves free with detachment. И для того, чтобы направиться, достичь духовного мира, мы должны отсечь наши привязанности, отсечь себя от привязанностей. So, it was also explained that once you get free of that tree, you enter into a world where once you enter into it, you never want to come back. И после того, как вы отсекаете эти привязанности, попадаете в мир, из которого вы впоследствии никуда не хотите возвращаться. So we will wonder, what kind of place is this that we're going to go to? И мы можем удивляться, что же это за такое место удивительное. So we're giving some description of the spiritual world. И у нас здесь есть описание этого духовного мира. It's very uncommon that you get any information about the kingdom of God. И на самом деле, it's very uncommon that you It's not common. Обычно это, как сказать, очень трудно найти какую-то информацию, или вы это можете прочитать о том, каким на самом деле является Царство Господа. Sometimes if you will approach someone in the Christian religion or in the Roman Catholic Church, and if you ask them about what is it like in the kingdom of God, they don't know. И, допустим, вы можете спросить кого-то из католической церкви или из христианской традиции, как выглядит Царство Бога. Они не будут знать, они не ответят вам. They will say, we don't have that information in our line, in our tradition. И они скажут, что вы знаете, у нас такой информации в нашей духовной традиции нет. Of course, sometimes people portray the kingdom of God that you become an angel and you have wings on your back, you know, and you play a harp and you're in the sky in the clouds. Но, конечно, иногда люди изображают Царство Бога, и вы становитесь таким ангелочком, у вас крылышки, облака, вы играете на этой, как его, на арфе. Do they have that also in Russia? У вас такое в России есть, да, изображение? They really don't have any idea, but this is how they imagine it must be something like this. На самом деле у них нет реального понимания, как это на самом деле есть. Но это вот их воображение рисует подобные картины. But there's no actual statements about what the kingdom of God is like. Но по факту у них нет никаких утверждений о том, как выглядит Царство Бога. But in the Vedas, it's there. Но в Ведах оно есть. In Srimad Bhagavatam, we have descriptions of the kingdom of God. В Шримад Бхагаватам у нас есть описание Царства Бога. It's elaborately described in Srimad Bhagavatam. И это очень развернуто там описано. And Lord Brahma also describes it in his prayers when he's worshiping Govinda. И также Господь Брахма, он рассказывает о том, как выглядит Царство Господа, когда он молится Говинде в своих знаменитых молитвах. Чинтамани Пракарасадма Сукалпа Рикша. It's describing the kingdom of God. Вот именно эти строки, они описывают Галоку Вриндавана, Царство Господа. The kingdom of God is made of Чинтамани. Что Царство Господа, оно сделано из камня Чинтамани. It's all dust, but it's not ordinary dust, it's Chintamani, it fulfills all our spiritual desires. What do you mean by dust? Dust. Пыль? То есть там же все из камня, по идее. What do you mean by dust? It means very fine particles, very small. Ага. То есть там тоже есть вот эта вот пыль, но она вся опять же из камня Чинтамани, и она имеет определенные свойства исполнять желания. Have you eaten the dust of the Dham? Кто-нибудь кушал пыль Вриндавана Дхамы? Right? When you go to the holy land, did you take some dust? Когда вы направляетесь во Вриндаван, вы, конечно, берете же, да, немножко пыли оттуда? Пробовали? Yeah. Nectar. Was it nectar? Нектар, да?
According to the scriptures, the dust of the dam is all chintamani. It can fulfill all of our desires. И согласно нашим писаниям, пыль Враджадхамы, она как чинтамани и способна исполнить все наши желания. And in the kingdom of God, there are trees, but not ordinary trees. All of the trees in the kingdom of God are called paviksha trees. They are desire-fulfilling trees. И, конечно, в Царстве Бога также есть и деревья, но это не обычные деревья. Все эти деревья они являются деревьями калпаврикша, которые также исполняют любое желание. Если у вас есть желание, вы просто подходите к дереву, загадываете, и дерево исполняет вам его. And of course, there's many cows in the holy land of Vrindavan, and these cows are not ordinary cows. These cows are all Kamadhenu cows. They fulfill all desires. И, конечно, там же много коров, но эти коровы они необычные. Это Kamadhenu. Коровы Kamadhenu. Камадхены, камадхены, которые также исполняют все желания. In Vrindavan, the trees can give anything you wish, but the people of Vrindavan are so pure devotees, they only wish for flowers and fruits to worship Krishna. И во Вриндаване деревья они могут исполнить любое желание, но во Вриндаване преданные жители Бриджабаси настолько чисты, что они просят только цветы и плоды для того, чтобы удовлетворить Кришну. And the cows are also very special cows. They can provide everything. И коровы они также они особенные, и они могут обеспечить всем. There was a great guru described in the Ramayana, Vasishtha, and he had a cow. И в Рамаяне рассказывается о одном великом гуре, мудреце Вашиште, у него была корова. So one day a king visited him along with his army. И в один день к нему пришел король со всей своей армией. And the guru said, "Oh, you are all welcome. I will provide for all of you." И Васишка сказал, «О, добро пожаловать всем вам, я могу всех вас накормить». И короля это удивило, «Ты всего лишь старец, ты мудрец, у тебя есть всего лишь одна корова, каким же образом ты можешь накормить меня и более того всю мою армию?» But the sage said, "All right, my cow can provide everything for all of us." Но мудрец сказал, не, все хорошо, моя корова может обеспечить всем необходимым всех тех, кто пришел ко мне в гости. And in front of the king's eyes, he saw the cow, this Kamadhenu cow, begin to produce oceans and oceans of food to feed the whole army of the king. И прямо на глазах царя эта корова Kamadhenu стала просто-напросто производить огромное количество еды, которое могло накормить всю его армию. И на самом деле корова Kamadhenu, она не только стала являть еду, но также это были красивые молодые девушки для услаждения воинов этой армии. И король был просто поражен. Он таких коров в жизни просто до этого никогда не видел. И он попытался ее украсть. Но он не знал, что такое сила брахмана. И Васишка был брахманом, и он победил царя и вернул корову обратно. This is the power of the Kamadhenu cow. It can give everything you need. И корова Kamadhenu, она может дать все, что вам нужно. Это вот такое могущество в ней сокрыто.
But the devotees of the Lord, the pure devotees, have no material desires. They only desire some milk to offer to Lord Krishna. Но у чисто преданных Господа нет материальных желаний, и все, что они просят у этих коров, это молоко для Кришны. To go to the spiritual world, we have to be pure devotees. Чтобы попасть в духовный мир, нам нужно стать чистыми преданными. Pure devotee means we should have no material desires. И чистый преданный обозначает, что у нас нет материальных желаний. Srila Prabhupada was describing one time, he was saying that you must all be 100% free of material desire to go back to God. И Шрила Прабхупада когда сказал, что у вас на 100% не должно быть материальных желаний, чтобы вернуться обратно к Богу. So Prabhupada saw all the devotees look very dejected. They thought, no way, I don't want to go back to God. They look like what? They thought, they were all thinking, I will never be able to go back to God. И после того, как Прабхупада сказал, он посмотрел на преданных, а все были такие подавленные, подумали, о, я никогда не вернусь к Богу, это точно. So then Prabhupada said, at least you must be 90% free of material desire. И после этого Прабхупада сказал, ну, хотя бы на 90% будь свободным от материальных желаний. Ну, преданные продолжали думать, не-не-не, 90% это все равно, они были такими понурыми. So then Prabhupada said 80%. Prabhupada сказал 80%. Преданные дни. No way, I'm gonna go back. Все равно ничего не получится, никак не вернемся. So then finally Prabhupada said, then you just have to hold on to the edge of my dhoti, and I will pull you back to God. И тогда Прабхупада сказал, ну хотя бы уцепитесь за кончик моего дхоти, и я приведу вас к Господу. This is Srila Prabhupada's mercy. Это милость Шрилы Прабхупады. И если мы каким-то образом удержимся за дхоти Шрилы Прабхупады, уцепимся в него, каким-то образом сохраним сами себя в этом движении, то Шрила Прабхупада обещал забрать нас обратно к Богу. But we have to really want to go back to God. Но дело в том, что нам нужно реально этого желать, вернуться обратно к Богу. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что мы должны быть очень сильно привлечены, очарованы этим духовным миром. Just hearing about it, do we think, oh, I want to go there, I really want to go, I want to see Goloka Vrindavan. Мы должны слушать об этом и думать, Господи, как же я хочу туда попасть? Я хочу попасть на Голоку Вриндавана. И когда вы пойдете туда, у вас должно быть желание остаться там, не возвращаться. Prabhupada spoke about the so-called moon landing, that they will go to the moon and they will come back. И Прабхупада рассказывал о так называемом прилунении, когда они прилетели на Луну, они, это американцы, и вернулись после этого обратно. They don't go there and stay there. They come back. И, то есть, они туда попали, высадились и вернулись. This is the enjoying mentality. И это очень услаждает наш ум. We want to go to a place, stay for some time, and then come back. Мы хотим куда-нибудь поехать, немножко провести там времени и после этого вернуться. Все потому, что мы думаем, что в этом мире все для нашего наслаждения. But Krishna is describing here the spiritual world is that once you go there, you never want to come back. Но Шрила Прабхупада здесь описывает, что если вы попадете в духовный мир, у вас никогда не появляется желание возвращаться. Just like sometimes, you know, we go to some devotees go to the holy dham and they never want to leave. Как знаете, иногда преданные попадают в святую дхаму и у них совершенно не остается желания вернуться обратно, откуда они приехали. So in the same way, we have to become very, very fascinated that this the thought of going to the spiritual world, it should really be the prominent thought in our mind that
И вот таким же образом эта идея, что я хочу попасть в духовный мир, это должно стать нашей основной, нашей главной мыслью, что я хочу попасть туда. Мы иногда можем видеть, как, насколько устремлены, насколько устойчивые люди в желании достичь чего-либо. In Bhagavad-gita, in one purport, Srila Prabhupada describes the determination of a little bird. И в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада в одном из комментариев рассказывает о устремлении одной птички. A small bird had built its nest beside the seashore. And one day the sea came in and took away its eggs. Одна маленькая птичка построила свое гнездо на берегу океана и отложила там яйца. И в один из дней океан просто забрал эти яйца, поглотил их. The little bird was so determined to get back his eggs, they vowed, "I'm going to drink the ocean dry." И эта маленькая птичка была настолько у нее было такое огромное желание вернуть вот эти вот яйца со своими будущими детьми, что она сказала, да я осушу, просто выпью весь этот океан. И эта маленькая птичка, она просто начала пить океан, она была так уверена, что я обязательно 100% выпью океан и верну своих детей. The other birds were looking and laughing, but you'll never get your eggs back. You can never drink the ocean. И другие птицы так ходили, посмеивались. Ты никогда не выпьешь океан и никогда не вернешь своих детей. But Lord Garuda heard about this. And Lord Garuda came and he told the god of the ocean, give this little bird its eggs back. Но что бы вы думали? Господь Гаруда услышал об этом. И он прилетел на берег того океана и сказал полубогу, отвечающему за океан, господу Варуне, пожалуйста, верни ее яйца обратно этой маленькой птичке. И когда Гаруда говорит, полубог океана, он подчиняется, он делает то, что ему сказано. So this is determination. We should have that kind of determination. We want to go. Вот это вот должна быть такая наша уверенность. Мы вот так должны быть уверены и должны хотеть вернуться обратно в духовный мир. We see examples here in this world how sometimes people are so determined. Somebody maybe living here in Vladivostok and they're determined. I want to go to Moscow. I want to go to New York. И мы также можем видеть подобную уверенность, вот такие устремления даже здесь, в Владивостоке. Допустим, какой-то человек живет здесь, и у него есть такое стойкое, очень ярое желание. Я вырвусь из Владивостока в Москву, или я перееду из Владивостока в Нью-Йорк. И у них есть вот такая уверенность, такое желание, что это полностью поглощает все их сознание, все их мысли, они постоянно думают о том, как уехать отсюда. While I was in China, I remember one time there was a young person, they were taking examinations, they wanted to get a scholarship to go to America and study. Ага, и когда я был в Китае, я встретил одного студента, который хотел получить стипендию, чтобы поехать учиться в Америку. And they were so determined that they had to get this scholarship, they had to go to the West. They were so determined, they worked so hard, they memorized every word in the dictionary. They? It was a group of students? Or one. И вот этот вот человек, он был настолько вообще поглощен этой идеей, он так сильно готовился к этим экзаменам, он знал вообще каждое слово в словаре. Unbelievable. They could memorize every word in the И в это невозможно поверить, немыслимо, но этот человек реально знал каждое слово в словаре. Настолько у него было истовое желание поехать, получить этот грант и поехать в Америку. In the same way, we should be so determined, please, that
И у нас должно быть такое же истовое желание, что я хочу вернуться к Богу. Я не хочу своему гуру доставлять огромное количество проблем, чтобы он просто приходил и вытаскивал меня из материального мира. Я должен вернуться в духовный мир в конце этой жизни. We saw how determined Srila Prabhupada was in his mood to go to America to preach Krishna consciousness. И мы видим, как устремлен и как уверен был в своих намерениях Шрила Прабхупада, который хотел поехать в Америку и распространить там сознание Кришны. He had to go and beg to get a free passage on the boat to go there. И ему приходилось ходить и буквально выпрашивать бесплатный билет, чтобы его направили на корабль, который везет его в Америку. And of course, the lady who owned the ship, she was saying to him, "Oh, you're old. You should not go there now. You will die there. It's not good." И Матаджи, который владел этой судоходной компанией Синди, Сумарти Морарджи, наговорила ему: «О, Свамиджи, вы уже такой старый, ваше здоровье уже не очень, и вообще вы не должны туда ехать, вы умрете там». А Прабхупада был так уверен, что он должен был туда ехать. Just like Dhruva Maharaj, when Dhruva Maharaj was going into the forest, Narada Muni came to test his determination. И также как Дхрува Махарадж, который был уверен, что ему нужно направиться в лес, чтобы совершать аскезы, и Нарада Муни приехал, чтобы встретился с ним, чтобы протестировать его уверенность, проверить его. И он сказал Дхрува Махараджу: «А ты же маленький ребенок, возвращайся, что там делать-то тебе? Возвращайся домой, а возвращайся потом, когда уже подрастешь, обратно сюда». It's very dangerous here, Narada Muni was saying. There are many ferocious wild animals. И он говорил, что здесь очень опасно, здесь огромное количество диких свирепых зверей. And at that moment, a big ferocious lion came and roared right in the face of Dhruva Maharaj. И в этот самый момент огромный свирепый лев вышел и буквально зарычал прямо в лицо Дхрувы Махараджу. Dhruva Maharaj looked in the mouth of the lion and said, "Are you God?" И Дхрува Махарадж посмотрел прямо в пасть этому льву и сказал: "Ты Бог?" He had that determination. У него была такая уверенность. He wanted to find God. У него было такое сильное желание найти Господа. In the same way, Srila Prabhupada was very determined. He had to go to the West. И вот у Шрилы Прабхупады была такая же сильная уверенность и устремление, что он должен достичь Запада. И все говорили Шриле Прабхупаде: "О, Свамиджи, вам придется есть двумя руками, использовать нож и вилку. Все там едят двумя руками и одной рукой. Они там едят мясо, и вам также придется подстроиться под все это." И Шрила Прабхупада отвечал таким образом, что я не еду учиться чему-либо у них. Напротив, я еду учить их. И люди пытались каким-то образом воздействовать на Шрилу Прабхупаду. Они говорили ему: "Свамиджи, вы должны быть более западным, вы должны одевать западные одежды. You should eat the Western way." А также вам нужно кушать по-западному. But Prabhupada was convinced, he was very determined. He had to show other people what is the proper standard. Но Шрила Прабхупада был очень уверен. У него было желание показать людям, что такое есть настоящий стандарт. So in the same way, if we want to go to the spiritual world, we have to have this kind of determination. И вот если мы хотим
попасть в духовный мир, у нас должна быть такая убежденность в этом желании. And of course, it's not only just our efforts, but we need also the mercy of Srila Prabhupada. And by the mercy of Srila Prabhupada, we can get the mercy of Krishna. И, конечно же, мы должны понимать, что на этом пути не все составляют лишь наши усилия. Нам нужно также получить милость Шилы Прабхупады и через Шилу Прабхупаду получить милость Шри Кришны. There are two things required, right? When Mother Yashoda was trying to tie up Lord Krishna with the rope, she was always two fingers short. На самом деле не хватает двух вещей. Когда матушка Яшода пыталась связать Господу Шри Кришну веревками, ей все время не хватало двух пальцев. И вот веревка, она пыталась связать его, и веревки все время не хватало на длину двух пальцев. И она собрала все веревки по всему Вриндавану, и все-таки она была коротка, не доставала всего лишь их двух пальцев. The mercy of the devotees, the mercy of the Guru and Krishna, and the other is our own sadhana. И вот это расстояние в два пальца, вот эти два пальца, они створяют две вещи. Первое — это милость Гуру и Кришны, а второе — это наши усилия, то есть это наша садхана. Both things are required. Обе вещи необходимы. Sometimes people say, give me mercy, give me mercy. И иногда преданные говорят, пожалуйста, даруйте мне милость, даруйте мне милость. Они думают, что вот этой вот милости от гуру будет достаточно. And sometimes they think, just by my sadhana, by my own efforts, I will do it. И иногда мы думаем, что только по милости своей садханы, по милости моих усилий, я вернусь обратно к Богу. Но наши садханы также недостаточно. Нам также нужна милость. Обе вещи важны. Обе вещи необходимы, чтобы выбраться из этого материального мира. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что Swift Deliverer. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что с помощью меня у преданного получится, по моей милости, быстро высвободиться из пут материального мира. There's a painting. I don't know if it's in the Russian books, but it's in the English books. There's a painting. You can see there's a devotee with a shaved head and a sikha, and he's in the ocean. And he's in the ocean, and his hand is up, you know, like that, he's in the middle of the ocean, and Lord Garuda is coming with Lord Vishnu on his back, and Lord Vishnu is coming to pick him up out of the ocean. Где-то же есть, да, куда книги у нас? Я не помню. И все уже поняли, я переведу. И есть, я не знаю, есть ли в русских книгах, мы поняли, что есть, но это знаменитая картина, где преданный, у него обрита голова, у него шика, он такой весь сияющий, и он находится посередине бездонного океана, и он поднимает свою руку вверх, и Господь Гаруда там также изображен. И на нем Вишну. So we pray that Krishna will also deliver us swiftly, take us quickly out of this ocean of birth and death. И мы просим, мы молимся Кришне, Господь, пожалуйста, побыстрее меня освободи из этого материального мира, из непрекращающейся цепи рождения и смертей. Example is given. If your father is a rich man, what do you have to do to get his money? Есть такой пример. Если ваш отец богатый человек, что вам нужно сделать, чтобы унаследовать его деньги? Кое-кто из вас улыбается, думая об этом. Как мне добыть деньги моего отца? What does he need to do? He needs to stay alive.
After the father dies, then he inherits the money of the father. И условие решения этой задачи лишь одно. Сын этого богатого отца должен остаться жив до того момента, как его отец покинет тело. In the same way, we have to just simply stay in the Krishna consciousness movement. In the same way, it will become our right to go back home, back to God. И в нашем случае требуется лишь оставаться в движении сознания Кришны. И вот таким образом в конце нашей жизни мы отправимся обратно в духовный мир. Нам нужно просто остаться в живых здесь. То есть просто оставаться в этом движении сознания Кришны, быть в нем своим сознанием. И очень непринужденно, очень легко мы отправимся обратно к Богу. И Прабхупада сказал, что у нас будет сознание о Кришне в духовном мире. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Какие-нибудь вопросы? Так, там есть микрофон, пожалуйста, передайте. Полина, да? Полина, пожалуйста. Не забывайте, сегодня последний шанс задать свои вопросы, самые сокровенные. Все мы находимся в этих материальных телах, но, как я говорю, у нас своего рода духовная амнезия. То есть мы совершенно не помним, кто мы, какие у нас тела и с кем мы общаемся. As I usually say, we are in these material bodies, but as I also usually say, we have this spiritual amnesia, so we didn't remember who we are. То есть вы про Полину, ты про Сварупу говоришь почти изначально, да? Да. То есть Прабхупада говорил, что не надо думать, да? Но разве есть что-то плохое в том, чтобы думать, кто ты, кем ты являешься, вспомнить, кто ты есть на самом деле? Ага, я понял. Вопрос немножко точнее, чтобы точнее задать. То есть вопрос заключается в том, чтобы я пытаюсь все время вспомнить, но вопрос не в том, что я душа, а о том, что у меня когда-то Сварупа есть, да? То есть вот моя истинная форма в духовном мире. So Maharaj, the question is that is it something bad that I'm if the person trying to realize what his or she's real Swarupa in material world, or it just better to trying to remember that I'm just a soul? Yes, better to just first of all remember that I'm a soul. То есть Махарадж говорит, что лучше всего пытаться сначала, но давай тогда хорошо, еще раз. Вопрос сформулируй. So Srila Prabhupada said that we are not supposed to think what our Swarupa is. But is it something bad just to trying to remember who is really am I? Or you have to be qualified. У нас должна быть некая квалификация. If you're not very strong in Krishna consciousness and you're still thinking, you're thinking about who you are in the spiritual world, it's premature. It's a waste of time. Если у нас нет серьезного уровня в сознании Кришны, и при этом мы пытаемся вспомнить, какая же у меня сварупа в духовном мире, то это и есть некоторое притворство. То есть мы... Premature? Это немножко преждевременно. You have to come to the plant for a move. You know, very advanced level in Krishna consciousness. То есть нам нужно достигнуть некоторой платформы, то есть довольно-таки продвинутого уровня сознания Кришны. Then you can think about that. И после этого мы можем думать об этом. But if we're struggling, still trying to, you know, to come up to 16 rounds and we're not very sure how long we can keep the four regulated principles.
you know, sometimes things like that, and we're thinking about my Swarup, then, you know, то есть, если мы не можем свести концы с концами относительно наших 16 кругов, если принципы у наших тоже хромают, и при этом мы пытаемся время от времени вспоминать, какая же моя сварупа, то значит дело каким-то образом не так у нас идет. Нам нужно очень-очень быть погруженными в сознание Кришны. Да, мы можем это сделать, это сильно ваш вопрос, но нам нужна квалификация. Нам нужно достигнуть уровня бхавы. Следующий вопрос, преданный. Гуру Махарадж, можно я скажу то, что говорит интеллигентный сами вопрос? Я неоднократно передавал этот ответ преданным, поэтому я запомнил как дословно. Гуру Махарадж, can I say what the Bhaktivedanta Goswami is answering on these questions, and a lot of times said about this to devotees, so I remember it by my heart. Okay. Yeah. И что же? Открывает бумажку, читает. О, мой любимый вопрос. So, Goswami Maharaj just opened the note and, oh, is this my favorite question? Вы хотите знать, какая у вас сварупа? Сейчас я вам всем ее открою. Абсолютно все вы приготовьтесь. Сейчас вы все узнаете всю вашу сварупу. Oh, you want to know about your Swarupa? So, let's prepare to this so everybody should be ready. You will know what is your Swarupa is right now. Ваша Swarupa – слуга. So, your Swarupa is the servant. И даже сейчас вы можете полностью ее реализовать. And even right now, you can realize it fully. So, that's the answer of Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Очень хорошо. Maharaj, can you tell how we can be so determined as the bird in our Krishna consciousness? How we can get this determination? Well, we get determination by simply taking part in this Krishna consciousness program. Мы можем достичь этого, просто участвуя в нашем движении сознания Кришны. И все это начинается с раннего подъема и прихода на Мангаларати. Затем повторение 16 кругов. И исследование четырем принципам. И вот все эти вещи, они приводят к такому же определенности, к такому же устремлению какой-то маленькой птички. But simply by being a member of this Krishna consciousness movement and taking part in all the activities, then one will automatically develop all the good qualities. Просто будучи членом общества сознания Кришны, следуя всем тем программам, которые есть у нас внутри нашего общества, оставаясь в нем, любая личность может развить все необходимые качества, необходимые для того, чтобы вернуться обратно к Богу. We're interested to develop devotion, and when we develop genuine devotion, then there will also come determination. На самом деле мы заинтересованы в том, чтобы развить чистую преданность. И вот когда мы разовьем себе эту чистую преданность, тогда с этим придет и непосредственно вот эта вот уверенность и такое же устремление, как у птички. There's a verse like this in Srimad Bhagavatam. Yashyasti bhakti bhagavati akinchanasar vayadunaistatra samase sura. Arava bhakta shya kato mahargana manoratena sati bhagatova. That for one who is a devotee, then the demigods bestow all the good qualities on that person. Because he's a devotee of the Supreme Lord. Для того, кто является преданным полубоги, они даруют ему все необходимые качества. But one who is not a devotee, then he doesn't have any good qualities. И для того, кто не является преданным, ему, конечно же, не даруются, у него нет всех этих необходимых качеств. And just under the modes of material nature. На него просто действуют гуны материальной природы.
even though he may be a big yogi or he may be expert in maintaining his family. Он может быть великим йогом или он может быть супер человеком, у которого есть возможность поддерживать его семью, содержать. But he's just under the moments of material nature. Но так или иначе они находятся под влиянием гун материальной природы. So if you want that kind of determination, just simply cultivate pure devotion. Если вам хочется быть настолько устремленным, быть настолько устремленными к назад Богу, вам нужно просто развивать чистое преданное служение. И вот чистые преданные, у них у всех есть эта сильная уверенность. Несмотря ни на что, эти преданные, они продолжают свое преданное служение и продолжают оставаться в сознании Кришны. Even the war comes and bombs are dropping, you know, what are we going to do? Just going to chant Hare Krishna. Война может начаться, бомбы могут с неба начать падать, но что мы продолжаем делать? Мы просто повторяем Махамантру. We have that kind of confidence, that determination. У нас есть это вот чувство уверенности. Это определенность. Следующий вопрос. Можно на сторону пробу передать, там было много рук. Шастра говорится, что живое существо, чтобы избавиться от повторяющихся рождений смертей, ради собственного блага должно поклоняться Верховной Личности Бога. In Shastra said that, давайте по частям, потому что... И погромче, да. So in Shastra said that the every living entity, just in order to break the circle of death, birth and death, should serve to the highest personality of Godhead. Корысть. If I have this idea, I have the wish just to serve to the God, just in order to destroy this circle. So this wish is it not like selfish? You know, just to serve to the God, just in order to break this circle. Is it okay or not about that? You understand, Maharaj? Because from the other side, there is other prayings when the devotee just ask the Lord, just be the devotee from life to life and don't ask to come back them to the spiritual world, just be the servant from the life to life, being here in the material world. Yes. A devotee, that is surrender. A devotee accepts whatever is the plan of Krishna. Когда преданный предается, он принимает любой план Кришны. But the point is, devotee has no material desire. He's surrendered to Krishna's desire. But the plan? The devotee is surrendered to the desire of Krishna. Но на самом деле этот план заключается в том, что преданный он предается желаниям Кришны. It's not a selfish desire. Это не эгоистичное желание. Sometimes Prabhupada would say that. You know, we have to go out, we have to go back to Godhead, we have to get free of birth and death. И можно вспомнить, что когда-то Прабхупада говорил о том, что мы должны вернуться к Богу, мы должны освободиться от этой цепи рождения и смертей. And other times he would say that devotee has no desire. He will take, he's willing to stay in this world, birth after birth, so long as he has devotional service. И в другие моменты он говорил нечто обратное, что на самом деле у преданного нет желаний. Он остается в этом мире из жизни в жизнь настолько долго, насколько он необходим Господу здесь. In Lord Chaitanya Shikshastikam, he says, I don't want liberation, I simply want devotional service, birth after birth.
И в Шикшаштаке Господь Читания говорит, что мне не нужно освобождение, я просто хочу служить тебе жизни в жизнь. So that devotional service is also back to God. It may be here in this world, but you're doing devotional service. И вот это вот преданное служение, это так или иначе является возвращением к Богу. Даже будучи в этом мире, вы делаете это и уже находитесь с Господом. Если мы вовлечены в преданное служение, мы не находимся в материальном мире. Как это здание, это на самом деле является посольством духовного мира. You go in the embassy, and it's the same as if you go into the Russian embassy in America, it's considered a part of Russia, although it's in America. Если вы направитесь в посольство России в Америке и ступите на его территорию, эта территория считается территорией России на территории Америки. In the same way, this is embassy of the spiritual world. Таким же образом, вот это здание — это посольство духовного мира. We don't need to go to the spiritual world. We're already in the spiritual world. Нам нет необходимости направляться в духовный мир, потому что мы уже находимся в духовном мире. But we have to be able to see it. Но нам нужно, у нас должна появиться возможность осознать это, понять это. Нам необходимо. For the pure devotee, this is the spiritual world. Потому что для чистого преданного вот это духовный мир. He doesn't see any difference. Он не видит никакой разницы. Он везде видит Кришну. А? У нас есть еще время для вопросов? Да, брат, есть. We have okay. Until the morning. Ой, Денис, давай по частям. So, первую часть. Есть понимание природы вечности души. So, I have the realization, the jnana of the eternity of the soul. Но нет полноты ощущения. But I don't have the fullness of the feeling of it. I don't have like the full conscious of it. Of the endless eternal nature of the soul. Когда нам приходят страдания в виде болезни детей, и это сопереживание, оно приводит, может, к унынию, скорби, печали. Болезнь детей или болезни и детей? Болезнь детей. So when we have the some hard times with children, when they have some diseases, что приходит? А? Скорбь, печаль, уныние. So I have like the sadness, the all that kind, you know, like very depression things, sorrow and all that kind. Так как мы обусловлены телом. Because we are conditioned by our body and the all this. Как донести до себя прежде всего и для других вот эту природу вечности души? So how I can realize for myself and how I can tell this to all the others about the soul is the nature of the soul is eternity. Не погружаясь в низшие волны. Not going to the low moods of the material world. You want to know how to explain to others that there is an eternal soul? Вы хотите понимать, вы хотите, he want to understand how to explain himself first, and other, and after that other. Because they have the jnana, but he don't have the realization, like, you know, real experience. Well, we give the example at the time of death, when somebody is leaving the body, we say they have gone, the body is still there. И когда кто-либо умирает, у нас есть пример из этой области, когда кто-нибудь умирает, мы говорим, что тело-то здесь, но он-то ушел. What
В чем же разница между живым телом и мертвым телом? Все биологические элементы, все химические составляющие все еще здесь. И все части тела те же самые. Но в чем же тогда разница между живым и мертвым телом? И когда душа находится в теле, тогда это тело является очень ценным. Но тело без души — это что-то ужасное. Это то, от чего стремятся по-быстрому избавиться. Сжечь его побыстрее. До родителей, до этого маленького ребенка. So, but still the question is how to bring this idea, for example, to the parents of the child, because when the child have some miseries because of some diseases, it's very hard, I mean, not to bring a lot of philosophy, but... Well, there are some pastimes which you can read in the scriptures. Есть некоторые лилы, которые вы можете прочитать в Писаниях. You can read about how some of the devotees, they had a child, and the child had maybe left the body, and they lamented for the death of their child, and then they got spiritual instruction. И есть такие истории в Писаниях, когда у определенных преданных были дети, они оставляли это тело, и преданные начинали скорбеть, и затем они получали определенные духовные наставления. And sometimes it describes sometimes how the great yogi would bring the child back to life, and the child would speak to the parents and say, you know, the parents would say, why are you leaving? Where are your parents? They said, the child would say, which parents are you? I've had many mothers and fathers. И в этих историях также можно увидеть такие сюжетные повороты, когда какой-либо йог возвращает к жизни этого умершего ребенка, и эти родители спрашивают, почему же ты нас покинул? Мы же твои родители. И этот ребенок спрашивает, какие родители? У меня было 1000 родителей за мои воплощения. В шестой песне Бхагаватам есть рассказы, истории. Chaitanya Bhagavat, where it describes about the death of the son of Shrimas Pandit. И есть подобная история о смерти сына Шиваса Пандита. Она описывается в книге Чайтанья Бхагавата. Я не знаю, есть ли она здесь на русском, но вы можете постараться найти. And the boy died while Lord Chaitanya was in the home, and all the devotees were in the home, and they were all having kirtan, and they didn't know that this child was dying. И история была такова, что этот ребенок умер в том доме, в котором в тот момент находился Господь Чайтанья и преданный, у них был киртан, и никто не знал, что ребенок-то тело оставил. So Shrivas Pandit wouldn't let the ladies cry. He said, don't cry, because you will disturb Lord Chaitanya's kirtan. И Шивас Пандит сказал своей супруге, не смей плакать, потому что тем самым ты нарушишь киртан Господа Чайтанья. And after many hours, they stopped the kirtan. И после многих часов они остановили киртан. And Lord Chaitanya said, I feel that something is wrong here. Something happened in this house. What happened? И Господь Чайтанья сказал, я чувствую, что что-то случилось в этом доме. Что-то дурное произошло. Что случилось-то? And then Shrivas Pandit said that, some hours ago, my son died. He had a fever and he has left the body. И тогда он ответил Господу Чайтанье, Господь, мой сын пару часов назад оставил тело,
у него было очень, у него был жар, горячка, и он после этого оставил это тело. Lord Chaitanya was very surprised. He said that you allowed us to keep chanting, although your son left the body many hours ago. You didn't tell us. И Господь Чайтанья был очень обескуражен, удивлен, он сказал, и ты продолжал, позволил нам продолжать киртан, когда в это же время твой сын пару часов назад оставил тело. So then Lord Chaitanya put his hand on the chest of the boy, and the boy came back to life. И Господь Чайтанья просто возложил свою руку на грудь этого мальчика, а этот мальчик вернулся к жизни. And Lord Chaitanya said, why are you leaving this home? И Господь Чайтанья спросил у него, почему ты покидаешь этот дом? And the boy said, according to my past activities, I took birth in this home for some time. И мальчик ответил, согласно моей предыдущей деятельности, я принял рождение в этом доме на некоторое время. My time in this home is now finished, and it's time for me to leave. И мое время в этом доме подошло к концу. Сейчас мне необходимо покинуть. I'm going to some other place according to my past activity. И я направляюсь в другое место сообразно моей предыдущей деятельности, моей карме. And then the child lay down again and then left the body. И ребенок этот вновь лег на то место, где он лежал, и оставил тело. So when everyone saw this and heard the child speak, then they were all, their minds were all pacified. И когда все, кто там был, они услышали то, что этот ребенок сказал, таким образом все вот эти вот все напряжение, все страдания, которые было внутри, они освободились от него. Spiritual knowledge is the best medicine for that kind of situation. И на самом деле духовное знание – это лучшее лекарство, это лучшее умиротворение как раз для таких случаев. And if you can hear that knowledge from a child, then it's even more powerful. И если вы услышите это знание от ребенка, тогда оно еще более могущественно. Хари Кришна. Джай. 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 У нас есть просада какой-то?